Всем привет, уважаемые друзья! Купил 2 метра медной трубки 6-миллиметровой, толщина стенки миллиметр, но тут, если приблизить, по-моему, все 2 миллиметра. Это толстостенная попалась. 2 метра 590 рублей в строительном магазине. Попробую сделать что-то, какую-то имитацию колец расшига. Что у нас из этого получится. И посмотрим по объему из 2 метров, сколько, ну, определимся по полулитровой баночке, сколько туда влезет. Потому что у меня насадка на царгу. Буду пыш один вытаскивать, вставлять 70-сантиметровую, соответственно, 10 сантиметров. Вот это расстояние надо будет медью засыпать с той, с 10-миллиметровой трубкой. Рубленые смешаю, и будет у меня одна для ароматных дистиллятов царга 50-сантиметровая, и 70-сантиметровая будет для недоректификата. Так, берем перчаточки, такие замшевые у меня есть, чтобы руку сильно не резало, и кусочками, наверное, по сантиметру пережимаем, так вот, чтобы она совсем не сплющилась, с двух сторон пережимаем, и потом берем плоскогубцы, и вот так вот отламываем. О, так вот получается у нас. Так, все, сейчас я этим делом займусь и потом уже подключусь. Так, ускорил тут маленько процесс. Сейчас покажу, как делать маленько быстрее. Вот так вот получается. Стравливаем сюда, здесь намечаем и вот так прижимаем. И все, впоследствии потом уже вот здесь по сегментам мы отщелкнем. Итак, 25 минут у меня ушло. Вот такой вот объем получается. Сейчас посмотрим. Такая мензурочка есть у меня. Так, ну вот, как-то так. 100 грамм объема, грубо говоря, входит. Ну, как раз 10-сантиметровый пыш 2-дюймовой царги, как раз я и засыплю вот этими 2 метрами. Ну, ставьте класс или дизлайк, кому как нравится. Понравилось, не понравилось. Такая самоделка. Всем пока.